117. Поехали. Опять топораша. Опять алабастер. Классно. Что уже подряд. Не подряд, ладно. 106 был ран. Так, R. 2-2L. 4 ВТФ. Два синих ХП. Голова кипера. Так, у нас 1.14 скорость, 4.27 дэмэдж. И 3.14 рейд. И опять сраная коробка. Ну ладно, посмотрим. Так, ран на блю выведу. Потерять очень нельзя. Ну-ка. Фиксит. Представил. Камень. Это хорошо. Это хилка. Это заряд. Алабастер через 12 этажей. Кекуве. Здравствуй, сливка. Это ума не очень. Блять, какашки зря я распаковываю. Они будут очень сильно мешать. Ладно, они все сдохли уже. Мешать не будут. Привет, Владимир, спасибо за БЛХФ. Бомба. Ну, там бомба была за 5, по-моему. Уже просто могу ее купить. Бтыщ. А. Понял. И хер пойми, где секрет, когда первая. Ну тут вторая, по-моему. Ладно. Не пошло. Я не знаю, что это. А, это еще и блайнд.
это на что-то полезное вроде не было похоже. Это вот какой-то D20, наверное, да. Не похоже на какой-то кубик. Наверное, мне это не особо надо. Привет, Кузя. Надо было велосипед купить. Она тут вроде. О! Отлично. Спиндаун. Вообще, может быть, спиндаун тоже, правда. Ну, ничего плохого быть не может, по идее, поэтому... Формально можно и проверить. Если будет ключ еще один. Можно будет посмотреть. Что дал алабастер? Ничего. Я что, конченый ходить? С алабастером на синем хп. Я эту хуйту выкинул сразу же. Похож на конченого. Играть на стейке с алабастером. Абсолютно мусор на этом. Который только тебя пытается убить. Кайф. Это был хороший круг. Нет, все же D20, ну ладно. Вообще D20 может даже быть полезнее, наверное, чем эта штука. Хотя... Не знаю, может быть не полезнее. Бомбы нет. Жаль. Думал, тролль бомба взорвет этот сундук. Привет, Хёмина. Спасибо за хорошего стрима. О, тоже полезно. Туся, привет. Нездоровец. Спит уже. Солнечно. Я не думаю, что это из-за солнечности, это просто камера такая. Но там правда солнце есть, тоже правда. Мне кажется, камера ярче передает, чем на самом деле сейчас. А-а-а! На самом деле есть. Так, я еще могу паролить. А чем я рулить магаз, там блайнд все равно. Че там могу нарулить? Деньги же забрал. Вот рулить нечего. Я не буду брать блайнды в магазе. Все равно. ХП уже будет много. Кредитку, да. Я думаю. Просто повязаю кредитку на первой сделке. Это, наверное, будет лучшее решение. Потому что я все еще, может, буду на ангелах и что-нибудь хорошее мы тут украдем. Ах ты ж гнида. Все же мне это говно насрало. Ну, ладно. Серьезно? Окей. Сходили на блайнд сделку. Поюзали кредитку. Ну ладно. Ну теперь не D20 нужнее, потому что нужны деньги. Видимо. Теперь на самом деле можно пойти. Это будет странно. Я могу теперь просто пойти в альтраут. Из-за ласта. И типа, если там будут аж легкие, там можно пофармить этот автомат этот. Можно магаз пофармить ластом. Причем, если там будет ресток, будет вообще хорошо. Так что мы пойдем в альтраут, наверное. Это будет, по-моему, первый раз за всю историю, по-моему, этих стриков на 4 цели, что я иду в альтраут, когда мне надо в альтраут идти.
Ладно, еще, по-моему, за Мегамашем ходил. Это было, по-моему, на звере как-то раз. Это было на зверя. Но это реально может быть выгодно. В данном случае. Ага, это тоже было выгодно. Вот, так же зеркало проходить я вряд ли буду. С таким билдом. Угу. Это я о том же. Какая-то карта. У меня ключей нету. Но это... Это на босса хорошо. Да, блядь. Чё делаю? Ну, могу все равно хотя бы обычный магаз зафармить себе с зеркала. Там тем более, если нет рестока, то и нет смысла идти в альтраут. В принципе. Не в альтраут. В зеркало. По факту. Туда идти, может, и не придется. Только нет, он скучнейший магаз. Ну окей, сюда ластом зайдем. С этажа. Сгорели. Так, деньги опять же нужны. Перед бужек. Так, деньги тоже, видимо, заберу ластом. Трума троллиц. Ну окей, деньги-то, наверное, будут. Все-таки у меня хэтов кипер еще есть. Так что, наверное, даже особо на сыне затроллит паунта флэш в этом ране. Нет, нет рестока. Поэтому нет смысла фармить особо. Мне в прошлый раз повезло, когда был старт с Паунта Флэш, там был... Ран на мате, там был реально ресток. В магазе. Это было сочно. Кайф. Просто удален. Так, окей. Да я костер видел. Не помню. Свинья. Ну. Воу. Как знал. Как знал. Так. Забрать Жустис. Капец, скорость просто невероятная. Слишком высокая скорость. Ясно. Так, забираем подарки и уходим. А на фэнни-пак. Пока. Надо помнить, что я лост. Найс монетка. Очень найс монетка. Ну-ка. Неплохо. Ну, теперь хотя бы дамаш есть. Да, мы пошли за этим сюда. Ну-ка, все. Вне опасности. Флип.
Флип наберется. Это было зря. Ну, флип явно берется. Нам еще довольно далеко бежать. Окей. Тут же не хватает тиры там. Ну, походу, флеш будет даже в тему, наверное. Сделки будут вообще бесплатные. До конца рано, по-моему. Правда, я еще, может, буду на ангелах, так что... Возможно, будет плевать на паунд флеш, в принципе. Тогда только магаз будет маленько обсирать. Если будем реально на ангелах. Ну, еще и магаза не будут, то в принципе плевать. Тогда вообще мужа не парится. Да, господи, как же ты все душишь. Это ело. Уже, по-моему, максимум. Да, это уже максимальные деньги. Так, ключей очень мало. Там скорпион. Скорпион, здорово. Так, сделку глянем, потом посмотрим, куда мне флип нужнее. Пам-пам-пам. А! Понял. Понял. Ладно. Это было несложное решение. Секретка вторая, может быть, где угодно здесь, но не буду ее искать. Привет, сосочек. С ангелом. Ну да, если в теории, может быть. Шеф все еще может быть на ангелах. Может быть. Блин, скорость, конечно, просто безумная. Тупо дали одну скорость. Ладно, еще дали дэмэдж маленько. Все же срун маленько бафнул. Даже не маленько, срун хорошо бафает. Я считаю, в два раза дэмэдж стал больше после сруна. Мультик. Да плевать. Вот ключи нужны точно. Я обожаю тринкет на отсутствие шипов. Блин, клёвый. Бафомет! Я думал, мне это показалось. Там реально бафомет. О! А, давай подождем сделку сначала. И потом я бы забрал, наверное, эти кости. Правда, у меня может не быть флипа. У меня может не быть флипа. Я типа не хочу одно терять красное раньше времени. Что мне его отберут костями. Там Макс хелится? Не помню. Возможно, нет. Ладно, собственно, это решает мою проблему. Теперь я могу спокойно тратить, вернее, брать кости. Но еще флип надо будет зарядить. Желательно. Уже почти раскап.
принципе, мне же, по идее, не нужна ХП. Только на магаз. У меня сделки за деньги, да? Поэтому... Нужно особо и не париться на ее. Так уж, по идее, кайф. Наломали костей уже, он на 5.54. Вроде неплохо. Я все равно оставлю, наверное, отсутствие шипов. Хотя, с другой стороны... Типа, в чисте шипов нету. Где-то начиная, наверное, уже с кафедрала они не особо нужны. Все же, наверное, бафомет получше. А, она и работает. Тренька на шипы. Она и работает на эти сундуки. В том числе. Там просто спрайт не меняется, как бы, изначальный. И кажется, будто колючий сундук, а на самом деле там шипы не появляются, когда ты к нему подходишь. Типа второй спрайт не обновляется. Вот, потом маленько путает. По-моему, тренька только на эти шипы, которые в этом мавзолее не работают. Ебать, какая уебанская анимация, блять, полкода. Идущая. Стоп-вач. Не открываем. Что мне похуй, наверное. Или просто внимания не обращаем. Что одно и то же. Бахнуть. Ладно, тренька намного, по-моему, лучше же бахнет. Все же поинтереснее будет. Фитбусраш. Блять, мог быть, но... Фулл карту я вроде не видел. Вряд ли уже... Не, уже мать посуду не успею, наверное, пройти за 15 секунд. Забей. Так, мне ключи нужны. Два. Два штука. Одни деньги валятся. Хорф. Это тоже полезно. Ключи. Так, ключи. Что здесь? Здесь прикол. Там, кстати, было что-то под флипом, я не видел, что там было под флипом. Не заметил. Вряд ли обои. Не знаю, что-то еще тут... Особо ничего нет. Вообще было бы выгодно, наверное, слиться до полароида, но что-то я как-то забил на это хер. А теперь уже и не сольюсь, наверное. Хотя могу автомат по дороге найти, наверное. Какой-нибудь... Светлов. Синяя. А, это релик, господи, релик, точно. Релик кормит. Так, я видел меченый. Дай смолрок, у меня скорость какая-то слишком запрещенная. Не дали смолрок. Ну и ладно. Петрел. Скулит. Suffering from скорость. Выходит так. Я не люблю скорость 2.0, она неудобная.
Слишком сложно реагировать на все вовремя на такой скорости. Не в ту сторону. Вообще я могу купить блюмак, наверное. Нихер у меня релик. Штука, да, пришла. Я потом вчера, блядь, мышка отвалилась. Ну не знаю. Это, возможно, не из-за провода, а просто мышка конченая. Надо будет дальше смотреть. Но геймпад вчера я вечером потестил маленько, вроде не отваливался. Так что будем смотреть, как оно будет работать. Так, нам наверх. А, я флип вообще, да, не посмотрел. Потому что я тут нихуя не вижу, блядь. Что это? Теперь вижу. Теперь беру. Теперь у меня нет, правда, алтаря. Блядь. Ладно. Может, сульфур разобрать, на самом-то деле. Типа, сделки у меня будут, сука, одна. А, сульфур оставлю. Пускай будет брим. Слишком сложный мув. База. Выебан мозгом. Еще раз. Нет. Даже собачь меня не спасает. Просто чуть в сторону подошел и все, выебан мозгом сразу же. На одну клетку. Нахуй это беру. Я, кстати, мог полароид прокнуть, если было нравится, но смысла мало. Ладно, все же прокну. Типа раньше я вообще бы взял бы с собой сейчас, скорее всего, блатрайт, потому что его можно было с полароидом спамить. Давно когда-то. Давай, давай. Давай. Нормально. Еще тебе рейд. Так, вторая справа, но что-то я не думаю, что это справа. Хотя, возможно. Хотя, может быть, снизу куда-нибудь. Тоже вряд ли. Так, ключей мне уже хватает. На сундук ключи есть. Вау. Все же охеренный тупичок. Шарума. Угу. А! Думал, что все. Не больше там. А чем летает? А!
с этого сердца летают такие слеза. Ангельского. Ладно. Нахуй это взял. Я не пойду обратно. Мы наверх. Не думаю, что это опять через вторую. Опять наёбка. Синяя наёбка опять, а не карта. Хотя, не, может быть, пытаться, правда. Верное направление. Calculated. Что, ровно одна бомба осталась еще на секрет. Вот он талант. Ставил ровно. Нужно было две бомбы оставить, чтобы можно было секретку сейчас части повязать, если будет хорошая. Ну ладно. Может, они будут по дороге. Брим может даже маленько хуже, да. Просто им удобнее играть. Проще. Вроде как бы даже без пробоя, но все равно так ноль, возможно, сильнее. Возможно, из-за сердца. Сердце пробует больше так ноль, чем надо. Чем должно быть. Что реально, дэмэджа больше, скорее всего. Тут восхулит все пройдет. Хорошо, работа восхулит. Этого мини-босса. Опять тупик. Какие же, блядь, анимации медленные. Я, по-моему, скоро ступать будет не буду, потому что меня эти анимации бесят. Полвека длятся. Непривычно. Но все же скорость приятна, конечно, спидап со стоп-ватчем. Охренеть. Я ж просто хотел найти босса. Так многого прошу. Найти блядского босса. Почему, блядь, обе секретки идут в ебаное окно? Просто обе. В никуда. Видимо, здесь. Где там? Да, мне бухом нравится. Вообще, по-моему, не было книжек потом ранее. Муха активируется. О, еще одна муха появилась. Окей.
две мухи. Геге. 18.